пренебрегая внимание таким остро стоящим задачам, как борьба с терроризмом и распространением террористической идеологии, а также противодействие отмыванию денег и возвращение активов, полученных преступным путем. Кстати, признательным партнерам за оказанную поддержку в группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Рассчитываем, что такой солидарный настрой сохранится и в будущем. Будем спасаться стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года и выработки новых долгосрочных ориентиров сотрудничества.